Семена молодила кровельного, молодила кроволнау. Это очень необычный вариант для ландшафтного дизайна. Культуре в народе дали название каменная роза. Многолетней траве не страшны засуха и мороз. Необычные розетки из плотных листьев в форме сфер, до 20 см в диаметре, до 80 см в высоту, а листья ланцетовидные, с красной окантовкой. Растение неприхотливое, может расти даже на бедных и каменистых почвах. Основной уход – регулярный полив. Молодила идеально подойдет для дизайна ракариев, альпинариев, клумб. Растение облагораживает территорию и скрывает неровности на участках садов. Цветет в июле и августе. Молодила кровельная – это многолетнее растение высотой 20-30 см. Цветок лучше всего подходит для альпинариев, ракариев и может достигать до 8 см в диаметре. Молодила прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для песчаных почв. Расцветает молодила кровельная в месяц июль-август. Цветок окрашен в зеленое с краснеющей кромкой цвет. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный, ланцетный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.